Привет всем! Вчера мы так немножко резко закончили. В общем, это было связано с тем, что рядом с Лёхой где-то начались военные действия боевые. Поэтому нам пришлось прекратить запись. Но, в общем, сегодня мы продолжаем, и сегодня мы будем строить дом. Сейчас мы начнем с фундамента. Для того, чтобы поставить фундамент, нам нужно нарубить кучу дров и начать крафтить из них доски. Доски, доски, много досок, много досок. В общем, после того, как мы накрафтим много досок, нам нужно будет накрафтить много вот таких вот деревянных платформ. Из них мы крафтим еще такие платформы, а уже из этих платформ мы делаем фундаменты. Ну, давайте для начала возьмем два штуки, поставим. В общем, мы выбрали город. Сейчас я покажу на карте, где мы. Если у меня есть карта. Да, у меня есть карта. В общем, мы вот здесь. Сейчас я фонарик быстренько отключу. Так, оно будет что-то видно? Нет, без фонарика не видно. Ну, в общем, приблизительно мы вот здесь вот. На наш взгляд, это самое идеальное место, где поставить свою халабуду. В общем, ладно. Надо повесить фонарик обратно, потому что мне ничего не видно. Ночь. Не знаю почему, но, в общем, нас выкинуло не совсем здесь. Как видите, у нас наша другая машина стоит. Так, в общем, что я хотел. Я хотел поставить фундамент. Давайте один фундамент мы поставим вот так, а второй мы поставим вот, что он как-то выше стоит, ладно, вот так что ли, бумц, не знаю, что он так криво стоит, не, он вообще криво стоит, слушай, мне это не нравится. Его, кстати, можно убрать, но убирать это очень долго. Просто разобью, да? Ну да. Сейчас будем мочить. Кстати, ставьте домики подальше от зомби, потому что они вот когда приходят и когда их много, то в общем они вот так вот тоже могут разбомбить. Ух ты, долго что-то. Лёха, давай помогай, у тебя нечем. О, мы убрали. Так, нормально. Сейчас мы заново построим себе. Попробуй тут поставить. Досок много. Да подожди, мне их еще скрафтить надо. О, уже развеняться начинает, шикарно. Так, а у меня же, по-моему, были такие, нет? Ну ладно. Так, ой. Из них мы крафтим такую штуку, а теперь мы крафтим фундаменты. На всякий случай парочку сделаю. Ой, а чё, нельзя? Ну ладно. Так, взяли. Equip. И сейчас мы... А ну, Лёха, не мешайся. Стоп, а оно что, прямоугольное какое-то? Слушай, а ты видишь или не видишь эти линии? Блин, а вот жалко. Что, не получается ровно? Да я не пойму, чего оно не хочет выставляться по уровню. Повыше, чтобы было. Все-таки, наверное, не надо было строить эту штуку на холме. А, стой, вот сюда, может, можно? Продлить. А ну отойди. Так. Нет, совсем какая-то лажа получается. Может, тут сюда отойдем подальше, здесь лучше будет. Нет, здесь тоже не очень. Как-то оно криво получается. Очень криво будет. Халабуда кривая. О! Идеально. Шикарно. Ну все, фундамент мы построили. Теперь, что можно сделать теперь? Так, лесенки всякие. Еще что-то. А, у нас еще бревна есть. Так, теперь нам нужно построить опоры. Ну, для начала мы будем делать такие маленькие эти домики из дерева. Ну, а потом уже попробуем сделать дом из камня. Тут можно делать его из камня. Но пока что мы будем делать из дерева. Итак, фундамент мы поставили. Для того, чтобы сделать деревянный столб, нам нужны две деревянные палки и одна доска. В общем, досок у нас куча, а вот палок... А где ты там их? А, вот, вот палок. Сейчас мы проверим, как это реально работает. Нам нужна одна доска и две деревянные палки, чтобы получить... Ого, сколько тут... Так, это мы дропнем. Это мы тоже дропнем, чтобы не мешало. Так, в общем, у нас есть палки.
Две деревянные палки плюс вот такая штука. И получается непонятно что. Две палки плюс доска, да? Чего? Две палки плюс доска? Да, сейчас я посмотрю, может у меня что-то со скиллами. Да нет, крафтсмен, у меня все в порядке. Так, это хоть те палки, а то может это вообще не те палки, а мы пытаемся построить. Нужны палки. Wooden support. Это просто board. То есть... А, нет, кстати, подожди, две палки... Ну, правильно, это вот. Нет, это стик. Лог. А нам нужен wooden support. Может, wooden frame? Значит, нам нужно сначала скрафтить вот эту вот доску. Нет, wooden plate. Wooden support. Wooden... А, стойте, подождите, подождите, я, кажется, начал соображать. Надо wooden будет... support, это вот нам, что нужно сделать. Ну, вот, да. Wooden support. Мы сделали wooden support. И теперь нам нужно, что я говорил, к wooden support добавить одну доску board. Это у нас вот. То есть, получается, нам нужно скрафтить вот это и скрафтить вот это. И мы получаем один стол. Уже два. Нам их нужно 8, как я понял, правильно? Значит, будем крафтить дальше. То есть, в принципе, мы можем насобирать вот этих вот досок. И с помощью пилы напилять кучу... Так, стойте, вот пила. И напилять кучу, просто кучу палочек этих. Так, я думаю, этого будет достаточно. Их и так много. Из них мы будем крафтить... Ой. Из них мы будем делать вот такие штуки. Так, теперь это можно убрать. Это можно выкинуть. Это мы тоже выкинем, чтобы оно нам не загромождало. И теперь из них мы будем продолжать... Ой, не надо, не надо. И теперь вот так. Раз. Так, это 4, 5, 6. 6 столбов у нас есть. То есть теперь можно, по сути, избавиться от всех лишних палок. Это тоже можно здесь выкинуть. И это выкинем. И это, получается, нам не надо. И это мы уберем, чтобы оно нам не мешало. Потом, если что, будем подбирать. Боже, сколько их накидал. Так, у нас есть 8 столбов. 6 столбов. Я пока что не страдать ерундой, наверное, ящик сделаю хотя бы один. Раз. Ставить. Девас. Ой. А, то есть нам 6 надо, я думал их 8 надо будет. Вот так. Вот так. И последнее вот так. Все. Мы поставили уже более-менее что-то похожее на хату. Ну, точнее, отдаленно похожее, но, в общем, похожее. Теперь нам нужно сделать две... ну, не две, надо бы сделать... раз стена, потом два стена. А потом мы по всем остальным этим будем делать стены с окнами и с дверями. То есть нам нужно сначала построить обыкновенную стену. Ой, для стены нам нужны деревянные столбы плюс деревянные рамки. То есть нам получается нужно опять зафигачить вот таких вот столбов. Ну ладно. Надо, значит надо. То есть вот мы пособирали. Теперь мы насобираем вот этих тоненьких палочек. А вот еще у нас есть. И будем из них крафтить столбы. Так, в общем, у нас есть доски, у нас есть палки. Давайте сначала из палок мы сделаем wooden support. Так, мы сделали. Теперь вот это мы распилим дополнительно. Так, мы распилили. Теперь, так, стойте, это что? Wooden frame. Нам, по-моему, wooden frame нужна. Да, рамка. Ну, рамки делать совсем просто. Поэтому у нас пока все замечательно. Вот, мы наделали. Так, wooden support у нас есть. То есть для wooden support нам нужны сначала вот эти штуки и потом еще доски.
Доски у нас тоже их предостаточно, по-моему. Ой, ничего, на не то схватил. Так, Лёха, еще бревна есть? Сейчас буду. Стик, стик. Так, потому что дело плохо, у меня бревны закончились. Доска. Делаем. Ну, давайте сначала мы сделаем хотя бы парочку столбов. Раз, два. А, так мы можем сделать много столбов. Как раз 6, сколько нам и надо. В общем, у нас есть столбы, и нам теперь нужно сделать вот эти вот штукенции. Подождите, что так, это мы можем, получается, пока что выкинуть. Борт нам пока что нужна, и мы можем выкинуть вот это. Бревна, да? Так, у нас есть еще один, да, бревна давай. Ой, Ля, уже спилил дерево, о, молодец. Кстати, я нашел эту бензопилу, она, по-моему, в этом городе как раз. Или не в этом. Нет, она в городе, где есть корабль. Так, ты собираешься отойти или нет? Чё, все что ли? Ну ладно. Хоть что-то. В общем, мы сейчас наштампуем досок. А куда они там хоть штамповались-то? А, вот они, доски. Из досок мы штампуем вот такие вот основания. А из вот таких вот оснований мы крафтим вот такие вот фишки. То есть, как я сказал, для деревянной стены нужен один столб и... В общем, ладно, делаем так. Ой, а что это такое-то? Wooden пост. Ой, не знаю, что это. Потом нам пригодится, наверное. И wooden wall. Да, у нас есть стена. Так. Итак, у нас есть две стены. Давайте их применим, что ли. В общем, как я сказал, две глухие стены мы поставим, наверное, с этой стороны. То есть, раз. И пойдем вот туда. Поставим вот сюда. Вот так. Два. Так, ну, выглядит вроде все круто, как по мне. Вроде бы нормально. Так, у нас есть палочки. Палочки нам не нужны. Лёха, ты где? Так, вот тут. Надо еще бревна. Несу. Надо много бревен. Очень много бревен. Так, где бы сделать вход, с какой стороны? В принципе, можно его здесь стороны сделать. Озера. А? С стороны озера делать. Не, ну да, тут, кстати, и залазить, по-моему, проще. Да. Вот дверь мы, наверное, где-то здесь поставим. Вот тут вот. То есть для стены с дверью... Если честно, я забыл, как это делать. Ну, в принципе, не важно. Что-нибудь сейчас допридумаем. Так, значит, мы опять сейчас напиляем кучу досок. Из досок мы сделаем вот эти штуки, а из них мы сделаем платформы. Бинокль... Нет, я его оставил в каком-то из сундуков. А что ты хочешь? Там что-то интересное на острове валяется. Там этот, вертолет, по-моему. Да, я его не видел. Да, там вертолет. В смысле, мы что-то плавали? Я не видел его. Кстати, в той серии мы плавали и в этот, в бункер. Абсолютно нифига там не нашли, расстроились и, короче, уплыли оттуда. Так. Тут, в принципе, можно сделать еще этот, как его? Скажи, я тебе скажу. Второй этаж. Там, короче, с лестницами, со всей ерундой. Только я вот не знаю, как его делать. Это получается на второй этаж. Как что нам надо делать, чтобы сделать второй этаж? Платформу или еще один фундамент и поставить его вверх? Но, по-моему, фундамент не подымется. Нам нужно, наверное, сделать платформу. Так. Тут еще, в принципе, можно сделать из одной стены балконные стены.
Честно говоря, я даже не пойму, как это делается. Может, это делается с помощью какого-то инструмента? То есть вот, у нас есть стена. А что, если мы добавим сюда какой-то инструмент? Например, топор не подходит. А если пилу? Пила тоже не подходит. Давайте скрафтим для начала одну стену. Посмотрим, чего из нее можно сделать. А из нее можно сделать рампарт. Давайте скрафтим, что ли, две рампарт. И посмотрим, что оно из себя будет представлять. Что это вообще такое? Круто. Честно, я вообще не понял, что это. Это балконная стена. То есть можно сделать какую-то веранду. Ну да, штука полезная, но пока что она нам не пригодится. Так что я от нее избавлюсь. Так, что это? Что это? Лестницы. А вот лестницу куда-нибудь прифигачить да можно. Желательно, конечно, ее в доме поставить. Чтобы на второй этаж попасть. Даже не знаю. Может сделать все-таки платформу? Угу. В общем, для деревянной платформы нам нужна одна деревянная платформа и одна деревянная рамка. Так, рамки у нас есть. А? Еда у тебя есть еще? Нет, мне тоже надо хавать. Наверное, надо есть. А, нет, у меня есть. У меня один этот бекон и все, и больше ничего нет. Слышь, а ты еще бревна нарубал? Сейчас. Тяни бревна, надо бревна. Так, мы тут нарубали уже вовсю. В общем, пока что у нас такое незаурядное строение получилось. Что у нас есть еще? Может, еще один фундамент? Не, пока не буду тратить. Вот это можно дропнуть. Столб. Ну, столбы им понадобятся еще. Что можно из палочек еще натворить? Да ничего, пока из палочек мы не натворим. Поэтому придется ждать. Вот, ты там уже срубил дерево. Рыжа, фиолетовые ягоды их можно кушать? Какие? Фиолетовые. Хавай. Класс. Шо, уже творится что-то? Да, глюки. Ты серьезно, у меня глюки. Я знаю. Класс. Я только не помню, от всех или только от фиолетовых, но, по-моему, красное тоже находил и тоже там не очень было. Нормально, через 2 минуты отпустит. Жажда голод утолила? Да чуть-чуть. Слышь, мне нравится это состояние. Оно типа как все в негативе, да? Ну да, меня так шатает чётенько. Еще и музычка такая. О, кстати, да, вот музычка за музычку, это вообще разрабу спасибо. Прикольную музыку придумал. Так, в общем, мне нужен wooden plate. Платформа. Чего я еще там говорил? Нужно. Нужна платформа и балки. Я нарубал для ящиков wooden cross и эти. Wooden кого-то там еще. Сейчас соберешь. Wooden frame как раз. Так, деревянные рамки плюс деревянные. Это ж правильно? Деревянная платформа. Слышь, меня отпустило. Это неинтересно. А что-то даже мало, должно дольше было. Пойду еще поищу. Так, ну смотрите, у нас есть деревянная рамка, правильно? Или я что-то не то пытаюсь сделать? Нам нужна деревянная платформа плюс одна деревянная рамка. Платформа, рамка. Может, инструмент какой надо применить? Не надо. Странно. Платформа, слышишь? Рамка. Что будет от красных? Не знаю, попробуй, заодно расскажешь, я не помню. Ну, надеюсь, я не умру. Платформа, рамка. Ну, может, тут все-таки надо по одной штуке их делать? Сейчас дропнем. Нет, от них ничего. Просто жажда и голод удалился. А, еще и жажда и голод? Неплохо, да. Так. Глянь, что оно ничего не появляется? Мне это не нравится.
Может сюда добавлять что-то надо? Гвозди какие? Хотя вроде ничего. Может оно не работает? Жалко, жалко. А, подождите, я, по-моему, не ту платформу-то при это сделал. Это просто... А для того, чтобы получить деревянную платформу, нам нужно 3 деревянные плиты и 1 деревянный крест. То есть вот, нам нужно 3 вот этих плиты плюс крест. Вот тут все есть. Так, то что это я знаю, подожди. Крест, крест. А я сделал крест, иди сюда, говорю. Там у меня тоже есть. Я его сейчас скрафтю быстро. А вот лежат 3 штуки целые. Так, то есть вот и вот. Платформа. Уху, класс. Давайте возьмем и посмотрим, как она вообще будет. Что она будет-то? Это... А, вот, то есть можно ее ставить. А теперь, получается, у нас есть платформа, и нам нужна рамка. И мы, короче, попытаемся сейчас это совместить. Это у нас фундамент, а это у нас... О, шикарно. О, мы научились делать такие фишки. Чего ты хочешь? Сейчас попробуем, что будет от синих ягод. Вот экспериментатор вот. Хренов. У меня еще больше включил теперь. А чего оно не устанавливается? Эй, ставься. Ай. Так, вот так. Шлеп. А сюда мы, получается, просто запилим одну платформу. Так, что мне там нужно было для этой? Для обычной деревянной платформы. 3 деревянных плиты и 1 крест. Так, ну крест у меня есть. А, вот они, кресты. А вот плит у меня нет. А плиты мы делаем из досточек. А досточек у меня нет. Лёха, иди рубай. Да мне сейчас хорошо, подожди, отпусти. Так, ну у меня, реально, у меня ничего нет. У меня есть кресты, у меня есть эти, но у меня нету плит. Вот это плохо. Так, ладно, я сам пойду срубаю, так будет быстрее. О, меня отпустило. Тут недалеко, кстати. Так, у меня есть топор. Короче, понятно, нормально хавать можно только красные. Так. Вот. Так, сейчас мы его срубим. Кстати, вы сейчас, может, удивитесь, что у меня не отнимается энергия. Ничего удивительного, просто я прокачал себе выносливость почти на максимум. И теперь даже когда я прыгаю, вот я прыгаю, у меня энергия не отнимается. А вот пока еще когда бегаю, энергия отнимается. Ну это побочный эффект, наверное, все-таки. Может что-то потом и будет. Так, в общем, я насобирал бревнышки. Из них мы сейчас наделаем досточек. Много досточек. Из досточек мы наделаем вот таких платформ. А теперь мы эти платформы будем соединять с вот такими вот платформами. Или нет? Или... Нет, не то, не с этими платформами. Уберись. С крестами мы их будем соединять. Вот. И сделаем одну платформу. Тебе палки нужны? Эквип. Мне пока ничего не надо. Эй, ставься. Ставься. Вот так. Оба. И теперь мы присобачим одну лестницу. Где-то там валялись лестницы. Сейчас мы сделаем все. И будет круто. В общем, у нас уже почти есть второй этаж. Теперь нам нужно еще столбов наштамповать для второго этажа. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, стойте, где она там, крыша? Так. Вот так. Шлеп. Так, мы залезли наверх. Шикарно. Просто замечательно, мне это очень нравится. Теперь, в принципе, тут можно и забацать парочку этих кроватей. Так. Что я хотел? Я хотел столбы, то есть нам опять нужны палочки. И опять, как всегда, я их... А, у меня есть столбы. Чуть-чуть. Сейчас залезем, хоть чуть-чуть поставим. А. Эквип. Шлеп. Давайте с одной стороны поставим. Шлеп. И вот так. Опа. Так, ну основание у нас есть.
А, стойте, так в принципе я ж могу и столбы-то тут наделать. А, нет, не могу, у меня ж досок нет. Сейчас будут и доски. Будут доски, будут доски. Нет, все-таки без бензопилы плохо. С бензопилой лучше. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре. Мы получаем доски. У нас есть доски, теперь нам нужны столбики. Столбиков там тоже, по-моему, предостаточно. И сейчас мы будем делать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ой, не то схватил, ну и ладно. Так, досточки плюс столбики. Получаем раз, два, три. Все. Вот это можно выкинуть. Что деревяхи? Крест. Крест нам не нужен. У нас есть столбы. Эквип. Так, вновь забыл. Ладно. Эквип. Шлёп. Эй. Поставили. И поставили. Отлично. Лёха, ну как оно тебе? Что-то страшное, да? Нормально. Так, в принципе, что мы можем еще сделать? Здесь где-то валялись балконные эти стены. Давайте сделаем, как раз зашпилим балкон где-нибудь. Вот в эту... Ой. Вот здесь будет самое оно для балкона. Как раз можно сюда будет потом гараж достроить. Так. Опа. Ну и все, у нас есть балкон. Такой импровизированный. Шикарно. Так, а вот как теперь еще двери? Надо для дверей нам болты насобирать. Мы не подумали об этом. Слышишь, я тебе флягу отдавал? Да. Дай мне ее. Сейчас. Так, в общем, тут куча хлама всякого валяется. Давайте мы его здесь и оставим. Подропаем все. И поедем, покатаемся, может, что полезное найдем. Я флягу вытяну. Где? Она полная. Погнали сейчас в город, съездим. Надо... Только флягу набери. Да сейчас же, я пить хочу. Надо пойти еще ягод поискать. А они валяются, их много очень, они в кустах валяются. К кустам подбегай и смотри. А, на полное. И в кустах раз. Смотри. Что, нашел? Нет, нет, я уже тут побывал везде, походу. Так. А ведь яиц. Нормально, сейчас в городе самое оно будет. Наверное. Ой, забыл набрать флягу. Это ты плохо придумал. Все, набрал. Кстати, вот когда я удалю жажду на все проценты, у меня, по идее, должны будут немножко вырасти мои хелсы. И это очень круто. Так, ну выглядит вообще бомба. Ты где вообще есть? Я здесь, в поисках был. Ух ты! Отсюда смотрится четко. Хата или вообще... Хата. Так, у нас есть, короче, 3 металлолома, нам нужно еще 2, и 8 тканей у меня где-то валялись в какой-то нычке, и тогда можно будет поставить одну кровать. Где ты есть? Есть, сейчас я выйду, думаю. Надо в город ехать. Надо будет сюда сделать гараж какой-то. Кстати, да. Кресты. А. Тут вообще недалеко, можно и так съездить. Да, здесь... поехали без меня, ты... Я думал, ты съел. Съел. Где ты там есть, не задавлю? Затормози. Садись. Так, надо фары включить. Да, приехали. До первого столба. Так, в общем, надо заехать на...
А чё тут никто нас не приветствует? А вон уже завтра. Так, в общем, эффектно мы остановились. Вылазь. Маврик не приветствует. Ой-ой-ой. Чё вас тут так много? Ой. Слышишь, они тебя сейчас съедят. Сколько это много сзади? Два. Поворачивайся и бей их. Он ползает под тобой. Уже подо мной. Уйди. Так, подождите. Вот это где-то медицина была. А, нет, стойте. Я хочу похавать и показать вам, насколько круто работают мои эти прокачанные штуки. Так, это кто? Это мне пригодится. То невкусное. Это тоже нет. Вообще какая-то лажа. Что-то тут и поесть нечего. Так, стойте, тут на заправке должно еще что-то быть. Но что-то тут нет ничего. Что это такое? А, классно. Вообще ж, стойте, я там что-то видел. А, канистра. Ну да, канистра — это всегда круто. Ладно, в общем, что у меня есть? У меня есть вот такая штука. Сейчас мы немного ей закусим. И... Ага, больше у меня нет ничего. Ну и ладно. Please. Кстати, где-то здесь есть что-то... Где кто? А, ползучий. Получай. Где-то у меня здесь есть нычка, но нычка не с едой, а с оружием. Да, с оружием. Там нафигачил туда всего, что только можно. Так, ух ты, лестницу еще не раздолбали, круто. Здесь у нас, кстати, есть сундук, кто не знает, и сейф. От сейфа практической пользы нет. Кстати, тут семикратный зум лежит и еще какое-то оружие. Так, слушай, ну тут вообще ничего нету. Так, еще хата у нас вот тут есть. Я нашел офигительную штуку. Я нашел болты. Вот это надо. Это гвозди. Я нашел, блин, думал, что еще болты, ну ладно. Тут одни гвозди. Можно сделать дверь. Но об этом, в принципе, потом. Так, ну это все грязное, да? Да, это все грязное. Где ты есть? В пожарке. Там есть что-то путевое? Я нашел себе фонарик, потом можно будет скрафтить кепку. Пошли, значит, туда на пристань, там, по идее, всегда можно найти кепку какую-то или что-то в этом роде. И зомбей тоже. Чего? И зомбей. Он один стоит уже. Уже нет. Печаль. Хотя наоборот, ладно. О, вот эта находка крутая. Да это, убивайся. Я нашел генератор еще один. Теперь у нас целых два генератора. И, кстати, его можно сейчас будет там прийти и поставить. Зомби... Ой, эти зомби. Гвозди. И болты нашел. Ну, гвозди нам не надо? Или надо? Слушай, а может гвозди подобрать? Может, их для чего-то надо будет? Ну, подбери, пусть будет. Надо будет потом почитать. Потом его поставить можно будет. А то мы занимаемся, он всякой ерундой тут бегаем вокруг да около. А можно уже тут он выстроить было хоромы себе крутые. Железная хата, гвоздей. Ну да, скотч и гвозди, хардрок. Нормально. Ладно, в общем, поехали обратно к хате. По идее, из гвоздей можно делать колючую проволоку. Да, это надо еще найти проволоку. Проволоку или эти веревки, я точно не помню, что. Там так, нет. Кто-то где-то... Слышишь? А кто где крякнул? А, во. А, вот он. Куда он пошел? Не знаю, пофиг. Эй-эй-эй! Что он там нашел? Я тебе дам! Он мой сундук начал хавать. Ах ты ж... Как так-то? Я не знаю, как он его нашел. Вот это плохо. Слушай, а у тебя есть для сундука, чтобы сделать? У меня есть wooden support. Понятно. И доски есть. Вот это да. А там в этом будет, как зовут?
Куда ты делся? Да я сюда наверх залез. Надо сюда зашпилить еще этот сундук, потому что, слышишь, его же здесь так и схавать могут. Там в этом есть кресты валяются и все остальное. Ладно, в принципе. Надо жрачку найти. Я знаю, ее здесь нету. Погнали, может, кого заделаем в плане... Где ты? А, слышишь, тут еще есть один этот магазин. Динер. О, отлично. Как раз позавтракаем. Скорее еще. Позавтракаем, сейчас уже утро будет. Грязная вода. Там конфета валялась, подбирать. О, я ее специально оставил. О, кто-то идет. Где? Слышал? Да не. Значит, послышалось. А мы же идет кто? Я не знаю, они тут ходят. То лишь бы ходить. О, уже кушает. Да то меня нашли. Так, на почте нет ничего, в двухэтажку тоже смысла заходить нет. У нас, в принципе, есть все, любое оружие на любой вкус. Так, поехали к хате. У нас хат, машина в другой стороне. А, стой, я же оставил ее на заправке. Еще и вряхался там во что-то. Вот, кстати, обидно, но машины здесь респаунятся, походу, очень редко. И если что, то желательно их не уграбляйте. А то вот Леха угробил мою коричневую, мой коричневый хэтчбэк. Вот такой вот. Теперь приходится ездить на вот этот розовый. Ты классная машина, что ты ее бьешь? Так, классная, шо и классная, она горит он вся. Дымится, точнее. Поехали. Вот так. Так, мы выехали и направляемся куда-то к нашей хате. Если честно, я даже не помню, где она. Кстати, надо сделать этот. А, вон, я вижу на... Ой-ой-ой. На бугре там что-то... Стоп. Так, погоди. Так, ну вон я вижу деревья нарубленные. Значит, хата где-то впереди. Но я ее пока не вижу. А, вот она. Не въедь. Тихо, я припаркуюсь аккуратно. А, я не в ту сторону побежал. А? Дай прямо. Что, пить надо? Да. Так, стой, что я хотел. На, в общем, флягу, а я пока сделаю сундук. Кресты. Там, кстати, валяется. Еще один крест. Отлично. И две вот такие плашки. И будет нам сундук. По-моему. По-твоему? Да. А, нет, стойте. Это будет всего лишь ящик. Да, это будет ящик. Ящик нам не нужен. Ну, точнее, мне нужен этот сундук. Или ящик. Ящик или сундук делать? Давай ящик. Ладно, так и быть, тогда сделаем еще пару. Там кресты валяются, все валяется. Сделаем еще пару ящиков. Так, для ящиков нам нужны вот эти штуки. Из них мы делаем кресты. Так, вот это мы, значит, дропнем. И это мы тоже дропнем. И теперь вот из этих штук мы сделаем эти. Так. Вот, нам еще три креста, и у нас будет три ящика. Крафт. Нам надо три креста. Так, стойте, есть одна палочка. Так, давайте no space. Ладно, no space, так no space. Значит, мы это выкинем, мы насобираем досточек, и из досточек мы напиляем палочек. Надо что-то поесть, серьезно. Ну, нормально, иди пока ищи приключений. А. Так, есть. Теперь из этих мы делаем
Вот эти. О, да у нас тут даже будет куча крестов. Значит, мне туда не хочется идти. Так, и кресты. И у нас есть еще один шкаф. Ой, шкаф, ящик. Дроп, дроп, дроп. Так, я думаю, целесообразно будет ящики поставить где-то на втором этаже. Давайте мы их по углам распихаем. Или нет? Или на первом поставить? Нет, давайте на первом поставим. Вот тут под стеночку в ряд выстроим. Эквип. Так, сначала мы поставим вот тут первый, посерединке. Опа. И теперь мы рядышком с ним поставим еще пару. Так, чтобы ровно было. Вот так. Вот так. И как-то... Вот так. Ну, май же ровно. И сюда мы как раз Ой, зачем я дропнул это? Ой. Эй. А, вот болты мои. Фух. Я думал, их уже потерял. Сюда мы, в общем, поскидываем вот этот весь хлам. Это у тебя там гухнуло? Ну, а теперь у меня... Слышь, у тебя есть там что-то поесть? У меня вообще ничего нет. Серьезно, уже 84%. Слышь, а животных тут не видишь? Я ничего тут не вижу, путного, кроме тебя. А тебя не могу съесть по игре, да? Ну да, здесь на ганнибалов не рассчитано. Слышь, а это... Это реально прикольно. Так, здесь все забито. Что мы сюда можем струсить, а сюда мы можем... О, у нас еще скотча куча. Погнали в город, в другой. Ну, поехали. Поищем еды. Сел? Так, я вот думаю, в какой лучше город поехать. Вот здесь мы были. Вот туда, что ли? Блин, ну туда далеко ехать, но там хороший город. Как раз заберем еще один генератор. Заберем генератор. Так, не хрякайте. Ой, там как раз и заправиться надо будет, а то мы так далеко... А, у меня есть канистра. Все в норме. Канистра у меня тоже есть. А, стой, нет, это не тот город. Ой. Блин. Ну, немножко задымились. Давай. Перепутал я города. Нас, кстати, в прошлый раз здесь и кокнули. Да, я сейчас сам кокнусь, у меня 88%. Жрать надо. Нормально. Наверное. Наверное, да. Уже 89. Короче, сейчас надо быстро найти хотя бы какую-нибудь шоколадку. Ну, здесь вот явно не будет. Желательно бы животного найти какого. А, я доски не брал с собой. И камни надо еще на... киркой наштамповать. Ой, разведняется. Хоть какая-то хорошая новость. Так. А, стойте, по-моему, туда ехать? Или нет? Стоп, нет, не туда. Ой-ой-ой. Так. Сгинь. Вот, нам туда покажет. Нет, стоп, мы отсюда приехали. Да. Короче, я с тобой тут копнусь скоро. Не, нормально, все. Я туда поехал, просто не сообразил, малеха. Сколько там у тебя чего? 91. Не густо. Ну, нормально, вон город уже. Так, я предлагаю останавливаться и вылазить из автомобиля. Ой-ой. Так. Ух ты. Да сгинь, сгинь. Слышишь, что-то у меня подтупливало только что, по-моему. На, либо мне показалось. Но мне, короче, хавать не надо, поэтому давай он сейчас. Ищи всякую ерунду. Пока я их буду отвлекать.
Так, ну тут ты явно хавки не найдешь. Нам, короче, далеко идти надо. Где? Да вон справа. Чего? А. Ой. Ух ты. Круто было. О, что, еще есть кто-то? Да, вон впереди. Иди сюда. Так. Отлично. Ты нашел что поесть? А, все равно я буду гнилую хавать фигню. Радиации у меня нет. Да, поэтому я хавать можно. И это мы схаваем. О, как же это было вовремя. Кстати, а вот сейчас может быть и получится у меня увеличить здоровье. Сейчас глянем. Так, жажда удаляется. А здоровье не увеличивается. Вот это. Moldy Orange Juice. Да ладно, выпьем. Радиация в норме. Тут все равно у нас есть медицинский магазинчик. Так, жажду сейчас утолим. Ой, нет, медицинский магазинчик не здесь. 4-3-2. Не, мне эта перспектива не нравится. Чем у меня жизни не увеличивается? Или они увеличиваются только когда ешь свежие? Это что, еще один генератор? А, нет, это рюкзак. Фонарик. Фонарик. Так, здесь нет ничего. Здесь майн кровать. Вот, кстати, здесь можно найти генератор. Так. Кстати, смотрите, сиамские близнецы. А нет, они размножились. Так, ну тут, короче, куча всякой ненужной штуки. Или нет? Вот те, по-моему, вот те витаминки хорошие. Именно что не нужно. Антибиотики — это классная штука. Ой, нашел. А, это рюкзак. Так, это бесполезно. Вот еще один скраб метал. Мы еще на один шаг ближе к кровати. И я, по-моему, генератор вижу, или что это? А, это каска. Вот, блин, мне уже везде генераторы, кажется. А ты прибежал? Зеленый ниндзя. Эй, ты! А ну, умирай. Бля, слышишь? Вот это вообще парадокс. О, пила. Хочешь прикол? Ну. У меня есть бензопила. Да ты моя. Надо ее, кстати, туда, к нам, в халабуду перетянуть. Так. Узи. Вот, у меня есть бензопила и у меня есть генератор. Так, ну, в принципе, классная штука. Надо себе сейчас скрафтить шапку с фонариком. Ну это да, это полезная штука. И знаете, дабы не затягивать время, мы на этом, наверное, закончим данную серию. Вот Лёха как раз залез вообще в классное место. Мы здесь как раз зареспаунимся, и уже в следующей серии мы достроим нашу хату. И вообще все будет круто, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и проходите Unturned 2 вместе с нами. Кстати, вы можете также попроситься и поиграть вместе с нами. Мы не отказываем никому. Пока-пока. Пока-пока.